Награды лучшим бизнесменам Одессы были вручены на церемонии 5T Awards. Признание получили те предприниматели, чья работа направлена на развитие транспорта, туризма, торговли, технологий и траста. И замечательно, что в нашем городе появился серьезный инвестиционный форум. Это платформа, которая позволяет различным людям, заинтересованным в развитии нашего города, обмениваться мнениями, получать информацию из первоисточников, руководителей города. Награды — это всегда приятно, потому что это оценка твоего труда, твоего старания. Ты понимаешь, что ты не зря работаешь, не зря стараешься, и ценят твой труд. Концепция 5Т – это инвестиционные проекты, которые разрабатывает город совместно с экспертами и предлагает их инвесторам. Презентация стартапов состоялась на двухдневном инвестиционном форуме, который собрал более 200 человек, желающих развивать Одессу и регион. Развитие государственно-частного партнерства, развитие муниципально-частного партнерства, привлечение инвесторов абсолютно во все сферы. По мнению экспертов, проведение таких мероприятий позволяет Одессе занимать прочные позиции и быть лидером в рейтингах инвестиционной привлекательности. А кроме этого, определиться с векторами дальнейшего развития и реализовывать нужные для города проекты. Для украинского бизнеса очень важно это находиться не в изоляции, а постоянно получать какой-то новый приток контактов и связи. Но что еще более важно, на мой взгляд, не только общаться с иностранными компаниями, иностранными гостями, инвесторами, а общаться друг с другом. Программа «Одесса 5Т» разработана по инициативе Одесского городского совета и при поддержке Министерства экономического развития и торговли Украины. События также включают в себя презентации и выставку проектов, панельные дискуссии по секторам и конкурсы для начинающих стартаперов одного из Т-технологий.